Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Motorola Moto G9 Power добавить аккаунт Google. Для этого открываем настройки. Затем переходим в раздел «Аккаунты», «Добавить аккаунт», затем выбираем, как ни странно, Google. Для этого вам, конечно же, понадобится подключение к интернету. Затем вписываем наш адрес электронной почты или номер телефона. Нажимаем «Далее», затем вводим пароль. Нажимаем «Далее». Затем принимаем условия использования и политику конфиденциальности Google. И последним шагом нажимаем «Ок», «Принять», и аккаунт будет добавлен. Если же вы хотите его удалить, то здесь же его выбираем и нажимаем «Удалить аккаунт». И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!